Все, что у меня есть для тебя, слово. Довод. Оно откроет правильные двери. И неправильные тоже. Используй его осторожно. Чтобы делать свою работу, нужно понимать, с какой угрозой мы столкнемся. Насколько я понимаю, мы пытаемся предотвратить Третью мировую. Что-то не похоже на Армагеддон. Нет. Намного хуже. Как я понимаю, тебя интересует некий русский. Зачем я здесь? Ты правда хочешь знать? Он взаимодействует с будущим. Путешествие во времени? Нет. Инверсия. Целься и спускай курок. Ты не стреляешь. Ты ловишь пулю. Ого. Я видел достаточно. Ну, мы только начали. Твой долг выходит за рамки национальных интересов. Речь идет о выживании. Звучит дерзко. Я думал, ты скажешь безумно. Тут наши миры сталкиваются. Как бы ты хотел умереть? От старости. Не ту профессию ты выбрал. Что здесь произошло? Еще не произошло. В будущем есть люди, которым нужны мы. Которым нужен довод. Ты должен спасти их здесь и сейчас. Это обратное течение времени. Разве то, что мы здесь, не значит, что ничего не произошло? Хочешь взорвать самолет? Не в воздухе же, не драматизируй. А самолет большой? А вот это немного драматично.